любые итоги могут подсказать люди, которые сегодня живут либо лучше, либо хуже. Я могу смело утверждать, что сегодня население Приднестровья живет значительно хуже, нежели жило при Шевчуке, при всем моем к нему неуважении. Что делать? Много было вопросов, но конкретного ничего. Создалась такая ситуация, при которой, как ни печально, у власти монополист. Раньше я не придавал этому большого значения, а сегодня я отчетливо вижу и пытаюсь как-то себя оправдать в критике президента. Мне кажется, даже сейчас, что, может быть, он повел бы себя несколько по-иному в экономическом плане, если бы ему не навешивали свои предложения и приказы, и указы, о чем говорил Кузьменко. Я думаю, он не принимает решения сам. И вот до тех пор, пока решения не принимаются, государственные решения не принимаются объективно, именно на благо людей, мы будем жить с каждым днем все хуже и хуже.